Всем привет! Сегодня снимаю видео о том, как сливаю вино из крыжовника красное. И это третья заключительная часть. Теперь мы его сольем в баночку. Прекрасный аромат уже чувствуется, наполняет кухню, красивый цвет и очень приятный фруктовый аромат. Процесс брожения у меня, конечно, я затянул, честно говоря, я даже забыл про это вино, потому что поставил я его летом в июле, вот, а сейчас уже март. Прошло 8 месяцев, оно у меня стояло, бродило и при этом очень хорошо светлилось. И уже это готовое вино, это не сусло. Это молодое готовое вино, которое можно сразу пить. Ну а можно дать постоять, если у вас еще есть желание, или разлить по бутылкам. Ну вот получилось практически 6 литров вина. В самой банке осадок ягодных остатков, которые можно просто смело выливать. Теперь настало время проверить вино, которое у нас получилось. Сначала я хочу проверить, сколько в нем сахара, процентное содержание. Ареометр у меня полностью погрузился и не всплывает. Я сейчас туда попробую побольше налить, и скорее всего он не всплывет. Нет, он не всплывает. Ноль процентов сахара, абсолютно сухое вино. Сахар весь выбродил, который был в ягодах и который мы добавляли. Ну и поскольку там сахара в вине нет, можно попробовать проверить спиртуозность при помощи обычного бытового виномера. Ну, ради интереса посмотреть, что он покажет. Показывает он 10 градусов. У меня на этом все. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем удачи и пока!